Добрый день, меня зовут Афанасьева Нелли. Меня Бориса Ивановна, ученица 11 класса Бетюнской СОЖ. Наша тема – правовые и экономические основы производства подарочных наборов «Экобокс» с командой Аннели. Актуальность выбранной темы исследования определяется интересом к бизнесу, а также возможностью осуществить свой замысел проект «Экобокс» в действительности. Всего у нас три «Экобокса». Цель работы – составить бизнес-план производства подарочных наборов «Экобокса» с соблюдением гражданского и налогового законодательства Российской Федерации. Методы исследования – теоретические и практические. Проведение социального опроса, калькуляция, моделирование, а также использование маркетинговых методов, как SWOT-анализ, SMART и маркетинг микса 4P. Таблица сравнения предпринимателя, наемного работника и самозанятого гражданина. Таблица сравнения дееспособности малолетних и несовершеннолетних. Таблица сравнения системного налогообложения. Проанализировав три основные формы налогообложения, мы пришли к выводу о том, что патентная система налогообложения для нас будет наиболее оптимальной. Сумма налога при применении патентной системы налогообложения для данного вида предпринимательской деятельности за выбранный период составит 4188 рублей. Это можно рассчитать на онлайн-калькуляторе на сайте planetnalog.ru. У нас метод генерации и комбинирования. 5 сил Портера. В качестве ключевой модели использовали бизнес-модель Остервальдера. Типичная характеристика наших клиентов. Результаты нашего опроса показали аналогичный результат, который вы можете видеть на странице Instagram, а также ознакомиться на экране. Сегментирование целевой аудитории использовали по методике 5W Марка Шеррингтона. Мы выбрали следующие две стратегии ценообразования. Стратегия цены проникновения и стратегия среднерыночных цен. Маркетинговый анализ и планирование с помощью маркетинга микса 4P. Диаграмма Ганта. Рекламная модель AIDA. AIDA – это принятая в практике модель потребительского поведения. SWOT-анализ, наши сильные и слабые стороны, а также антикризисные меры. Цель проекта по методике SMART – измеримый, конкретный, достижимый и значимый. Бизнес-процесс. Этапы описания и моделирования бизнес-процессов на предприятии. Поэтапное планирование рабочего процесса. Позитивный и негативный сценарий на развитие бизнеса и антикризисный план. Устойчивое развитие. Кратко, средние и долгосрочные цели. Социальная ответственность, внутренняя и внешняя среда. План на будущее периоды доходов и расходов. В 2021-2022 году у нас затраты составят 114 250 рублей, а также от 2021 до 2024 года. При финансовом расчете составлен бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, расчет себестоимости и так далее. В рентабельность нашего проекта в 2021-2022 году составит 41%.